красную дорожку, обшитой бриллиантами, по-моему. То есть так ему показывают, как они любят. Ну, сейчас мы прервем программу «Международное обозрение». Будет далее продолжение. Ну, а сейчас сообщение от Министерства обороны России. Все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры, якобы нанесение МОРФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер», не соответствует действительности и является информационной провокацией. Ну вот еще добавим, что президент Владимир Путин в курсе ситуации, которая разворачивается вокруг основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина. Предпринимаются все необходимые меры. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ну и есть еще сообщение от Национального антитеррористического комитета. Процитирую. «Утверждение, распространяемое от имени Евгения Пригожина, не имеет под собой никаких оснований. В связи с этим заявлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу». И еще заявление от НАК. «Требуем немедленно прекратить противоправные действия». Так, мы следим за тем, как события будут разворачиваться. Сейчас смотрите продолжение программы. Как она нужна, как это и моде.